Давай руки поднимем и ехаем! А, еще 1 сентября же сегодня на дворе. Всех с 1 сентября. Дай узнать. Так площадь Сахарова распахнула свои объятия для молодых и активных. Впервые в краевой столице прошел фестиваль молодежи Алтайского края АМ-фест, собрав тысячи людей. Мы решили собрать всю молодежь Алтайского края, чтобы продемонстрировать, какие есть направления для самореализации. По территории площади Сахар работает 20 площадок, совершенно разнопрофильных. И добровольчество, и патриотика, и спортивное направление, и студенческие отряды, огромное количество, творческие площадки, очень много мастер-классов, где ребята могут найти себе занятия по душе. Мы будем проводить парад первокурсников, чествовать наших ребятишек, которые стали студентами сегодня. Разнообразие пространств позволило попробовать себя в разных направлениях. Любой желающий мог познакомиться с киберспортом на площадке «Кибер-АМ», познакомиться друг с другом на площадке «АМ-знакомство». Патриоты показали фильм «Варежка», а спортивные направления захватили практически всю территорию. Триггинг – это акробатика с ударами. То есть выступления каратистов начали добавлять всякие трюки. Потом это начали усложнять, появился трикинг. А кто акробатику тренит, просто сальто прыгает, а комбинации какие-то на ловкость. Кроме знакомства с трикингом, ребята проверяли свою выносливость в спортивных эстафетах, прыгали в длину, подтягивались, играли в баскетбол. Любители эстетики радовали фотозонами и ярким стрит-артом. Здесь есть разные различные маркеты. Этик прикупила себе. Саша Волокитин поет вообще классно. Свечи вкусно пахнут. Есть чем увлекаться. Ну, допустим, вот ручки выиграли тут, узлы позавязали. На скалодроме полазили. На скалодроме очень понравилось. Песни крутые поют. Очень круто. Мы подходили, капитошек наклеивали. И отвечали на вопросы, там давали определенные призы. Атмосфера просто классная. Что сфотографировался с губернатором, тоже мечта у меня с детства. Губернатор края Виктор Томенко не только исполнил мечту барнаульца, но и поздравил всех студентов с началом нового учебного года. Пусть новый учебный год, который начинается именно сегодня, подарит новые открытия, даст возможность узнать друг друга получше. Пусть это будет год крепкой дружбы, молодости, любви, открытий, достижений и свершений. Я всего этого вам желаю в таком объеме, сколько вам это необходимо. В завершение фестиваля на сцене выступили известные вокалисты, наши земляки Диана Завидова и хедлайнер события «Зомб». Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.